Всем привет! И ты попал на канал Вилка. А это значит, что нужно ли тебе чай? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Обан. Звездные гонки, третья серия. Еще раз скажем все спасибо Зефиру за этот прекрасный мультик, за его поддержку, за то, что мы снимаем реакцию на этот мультик. Вы бы знали, как он рад. Когда я вообще, рад. Ты вообще Обан. Сегодня Обана будем снимать. Обан. Она наговаривает, я считаю. Да, конечно. Только что смотрели очень тяжелую серию «Аватара». Я надеюсь, что Обан «Звездные гонки» немножко разгрузит морально. Нам срочно нужна доза гонок в крови, я считаю. Да. Активных, веселых, смешных, когда там наша героиня уже сядет за баранку. Но мне кажется, как в футболе, знаешь, типа, вот в футболе галактическом одна серия матча, одна серия нытью, одна серия матча, одна серия нытью. Вот здесь, наверное, раз прошлая серия была матч, то, скорее всего, сейчас у нас что будет? Нытью. Ну, подожди, а вот... Во-первых, я хочу сказать, что, ладно, я признаю, что принц был честным победителем в этой гонке, но мне это не нравится. Чё? Да потому что ты сказал, ты за тот корабль. Я такая, ну ладно. То есть ты... Мой проиграл, я недовольна. Серьезно? Да. Ань, нужно... Ну мы же в футболе тоже с тобой так делим. Нужно уметь признавать свое поражение. Честно и справедливо. Да. Твой корабль был никчемным, да, максимально? Он вот только тронулся со старта и сразу взорвался. Потому что в него стрелой попал. Короче, вот почему принц был прав, потому что там оказывается победа любой ценой. Кроме смерти. Да. Смерти не было, значит нормально. А еще ошибка в дубляже. В дубляже написали, там не 26, а 96 команд оказывается. Mm-hmm. Представляете себе вот так вот. Все, спускай. Да. Вы, вероятно, слышали обо мне. Я Дон Вэй. Когда я решил, что достиг пика своей карьеры, передо мной была поставлена задача невероятной сложности — привести команду Земли к победе в больших гонках Обана. Во время отборочных гонок на планете Алуас мы потерпели неудачи, но я уверен, мы преодолеем все трудности. Победа любой ценой — вот цель моей жизни. Сав, The World Productions, Energetics Europe совместно с Hell Filmmaker, Bandai Visual, France 3 представляют. Обан. Звездные гонки. Автор идеи, сценарий и продюсер Севен Гитман Эйфель. А ты? Вон твой принц. Стрелы пушкает. Пушкает. Это она из пушки стреляет. Так ее почти не показали в прошлой серии. Режиссеры Томас Ромейн, Севен Гитман. Зря, конечно. Пожалеешь. Злобный, как Груар. Ладно, не будем торопиться с Обаной. Там видела? Груар. Прям три О. Прям три О. Да. В названии Грура. У нас, кстати, тоже сейчас дождь идет. Ливень лютый. Закончился уже. Ну, был лютый ливень. Чай. Прикинь, у него депрессия. Он такой, блин, мой единственный пилот повредился. Лететь больше некому. Конь нашей планете капец. Тоже, я не знаю, вот по сути вся, я не знаю, там президентская коалиция планеты взяла и просто спихнула всю ответственность на тренера, да? Я! Все готово, Рик! Thank you.
слушать. Я вот думаю, если это чемпионат гонок межгалактического масштаба, в котором участвует почти 100 планет, то можно было как бы и гостиницу Евролюкс предоставить. Отстроить. Евролюкс. Да, отстроить, предоставить. All inclusive, все включено. Где вот это все? Что-то все потрепанное какое-то. Аватарка... Бюджет не дали. Аватар не дорабатывает. Главное, как быть большим, чтобы его все видели, так сразу. Как угрожать, уничтожить там все планеты, то тоже сразу. А как построить люкс для комфорта участников, так все, денег нет, все в карман себе напихал. Слушайте меня внимательно. У меня для вас новости, хорошие и плохие. Хорошая новость. Сегодня у нас будет повторная гонка. А плохая новость... Рик выбыл из гонок на неделю. А? Неужели? Какие же гонки без пилота? Такая, знаешь, ситуация, когда ты сидишь на уроке, и сейчас учитель такой: так, кого бы вызвать? Посмотрим по журналу, и все такие. Да я вот, кстати, не знаю, у меня тоже ассоциация со школой, типа, знаешь, берет она указку такую длинную, тоже по руке бьет, и такая, типа, во время экзамена, на кому-нибудь вот так сразу по рукам, типа, что списываешь? Да просто их так показывают, что они в разные стороны все смотрят. Я поеду сейчас, скажет. Может быть, я вместо него. Джордан, до особого распоряжения ты назначаешься дублером пилота команды «Земля». Я? Но, сэр, я... Спокойно, малыш. Сейчас не время демонстрировать скромность. Я знаю, ты справишься. О, это нехорошо. Мне кажется, в этой ситуации... Во-первых, я не понимаю, они почему не проиграли? Вот принц подбил корабль, он дальше долетел, и принц выиграл как бы до финиша. А здесь почему они не проиграли? Их подбили, тот, наверное, чувак долетел до когда финиша, никто не умер, и по идее он должен был выиграть. Почему им дают переиграть свой матч, пока не очень понятно. Вот. И еще такой момент. Мне кажется, этому тренеру надо было подойти к раненому пилоту и спросить, кого бы ты хотел видеть на своем, ну, типа, вместо себя. Потому что он, как пилот, ну, с большим стажем, там тоже какой-то мировой, видимо, чемпион, он, ну, ему виднее, кто из них лучше всех справится. Ну, то есть это было бы самое разумное решение. Смотри, Джордан, вот Arrow 2, только распаковали. Что скажешь? Будь нежен с ней. Это ее дебют. Да ведь это относится к вам обоим. Ха. Ладно, Джордан, может, немного потренируемся? Готов? Сначала разогреем боковые реакторы. У тебя получается. Запомни, зеленые кнопки справа. Справа, Джордан, сосредоточься, пожалуйста. Зеленая кнопка, там сказали, нет? Он красный нажал. Шасси убери. Что ты делаешь? Отключи турбинный акселератор. Помогите! Вытащите меня отсюда! Какой аттракцион. Да-да, каруселька. А у вас точно права есть? Мне кажется, он просто рандомно по кнопке тыкает. Да-да-да, ну потому что он боком сидит и не видит. Сейчас упадет. Блин, прикинь, если он реально упадет, корабль разобьется. И сколько денег это все? Ну, конечно. Сколько? Ну, корабль ты крепкий, уж от одного падения разобьется. Но все в шоке. Ты думаешь? Ну, мне кажется, да. Он же весь железный, такой бронированный. Так оно может.
Ну, спогнуться, но не разбиться ни в коем случае. Но прикинь, как сейчас все, наверное, в шоке сидят там в этом управлении. Братан, ты чё, дурак? А прикинь, как ему сложно. Ага. Ребята, я ведь стрелок, я могу только ломать, это моя работа. Ничего, получилось неплохо, Джордан, правда? Нет, я уже брал уроки. Инструктор, который учил меня летать, сразу уволился. Теперь работает с мелкими животными. Стэн, Кодзи. А не хотите ли вы быть водителями? Он каждого сейчас будет. Он такой хитрый лист, типа, да? Такой... Я эти, этот печенку дам. Даже не думайте. Мы с Кодзи только механики, мы не обучены летать. Нет, нет. Тебе девочка сказала, давай я. Он, во-первых, он в какой-то в первой серии еще сказал, что... Или во второй. Девочкам не гоже быть за рулем. Один вариант остался. Может, позволите мне? Я отличный пилот, честно. Правда, я никогда не была за рулем настоящей гоночной машины, но машина и есть машина. Машина, правда? Я ценю твое рвение, Молли, но я не могу позволить постороннему, тем более девушке, участвовать в таких опасных гонках. Ай, дайте мне хотя бы попробовать. Mm-mm. Постараюсь убедить судей дать нам отсрочку. Вот и все. Мы пойдем с вами. Случай с Ригом – это саботаж. Я уверен, мы докажем им. Идем. Молли, присмотри за домом, пока нас нет. Только ничего не трогай. Стойте, я иду с вами. Проклятье! Знаешь, я видел, что случилось вчера. Вам просто не повезло. Надо всегда иметь с собой талисман удачи. Я думала, он скажет, нужно иметь с собой всегда запасного водителя. Летчика, да. Талисман удачи, решат. У него, вон, видимо, розовый вон талисман удачи уже. Кошачий глаз вот этот вот. Кроличья лапка. Да. Я вижу, ты что-то задумала. Браво! Может, угадаешь мой знак зодиака, Шерлок? По-моему, надо решать проблемы, а не игнорировать их. Скажи это моему отцу. Он игнорирует меня уже 10 лет. Чьи проблемы мы обсуждаем сейчас, а? Твои проблемы или твоего отца? Это не твое дело. Эй, ты, пискля! Давай, выходи. Боишься, да? А? Сейчас возьмет полетать. Да. Взаймы. Погонять чисто. А сейчас он потом выйдет. Ой. И увидит, что она хорошо летает. Да? А им еще небось... Ой, она ничего до педальки не дотягивается. А им еще этот не разрешат, наверное, перенести матч. Типа ее выбора не останется, и возьмут ее. Ну, это проблема. Оно слишком велико. Там, наверное, двигать можно, как бы кнопочка какая-нибудь есть. О! Нормально. Что, на нем поедет? Да. Но если уменьшить, будет то, что надо. Куча мусора. Я покажу этим мерзавцам, из чего я сделан. Я думала, он говорит про своих вот этих механиков кучу мусора. Тер, вы должны хорошенько подумать. Учтите свой возраст и полное отсутствие тренировок. Я выполняю миссию, и я выполню ее любой ценой. У вас ничего не получится, это самоубийство. Поверьте, я-то уже побывал там. Сэр, она уже там сидит, это наверное. Просто безумие. Пизделывай. Зачем вам все это? Мы ценим вас даже мертвого. Спасибо, Стэн. Эй, смотрите!
мы ценим вас, даже мертвого. Ну, я рада, что это не банально так сделали. Звучит как слоган компании ритуальных услуг. Типа, я рада. Мы ценим вас, даже мертвого. Блин, я считаю, это шедевр. Кто-нибудь использовал? Нет, быстренько бери себе на заметку, записывай себе где-нибудь записульку. И это, и использовать надо срочно. Я рада, что они не сделали это так, как мы сказали с тобой. То, что выбора нет, и просто ее. Что она такая, полетела, он увидел. Это вот клише. Так так сейчас и будет. Она сейчас полетит, он увидит. Ну, это по-другому сделали. Типа, не просто она села и сразу полетела, она еще как механик там подшаманила. Да, типа, да, да. Вот ну, это так получше, да. Блин, я бы, конечно, знаете, хотел, чтобы он сначала сел, потом он бы полетел, тоже бы как-нибудь упал, а потом она уже, вот тогда было бы, да, тогда бы вообще вариантов было бы ноль, было бы лучше. Молли! Молли, немедленно посади корабль! Сейчас же прекрати полет! Останови ее! Да, сэр. Да, сэр. Стоп, шасси. Давай, малыш, покажи, на что ты способен. Останови корабль! Нет, Джордан, мы еще можем выиграть эту гонку! Чего же ты ждешь, Джордан? Ты со мной или ты с ними? А он тоже сядет за пушку. Он не боится, что его... Молли! Молли, ты сошла с ума! Приказываю приземлиться! Сейчас же! Не бойтесь, мы скоро вернемся! А он так и будет там летать? Да. Она бы запустила? Да-да, он за пушкой сейчас сядет. Мы скоро вернемся! А он такой, на стекле. Опа, гонка, смотри, еще одну показывают нам. Мимо хода. Ой, это прикольно. Так они сами со своей планеты, это же их планета, я так понимаю, они выиграли со своей же планеты. Сегодня у нас повторная гонка. Первым называется Груар. Так они, наверное, и полетят сейчас в гонку сразу. Да, да, я об этом и говорю. Так они скоро вернутся, мы сейчас победим одну. А сейчас я приглашаю команду Земли. Мне нравится тот чувак, такой серый. Не видел? А сейчас я приглашаю команду Земли! Вот этот вот, который с желтыми, носом? С желтыми глазами, который. Серенький. Вот этот? Вот этот, да. Ну ты про этого. Не-не. Ну тут вообще такие, они типа все разнообразные. Да! Такие прям, смотри. Это да, этот они доктор Эггман. Они прорисованные все. Да. Прикольно. Хорошо постараюсь. Вон там даже. О, это прикольно. Да. Люди круто. Такие слабые, они даже боятся показать свои лица. А ты что, показываешь, нет, в маске сидишь. Нормально. Ну она так, на дрифте как бы, на пафосе, видишь, вкатилась. Да, да, да. Типа, дрифтанула. Вот они люди. За команду Земли! Что, девочка? У нас нет заявки на Молли. Но она выглядит совсем как человек. Тогда ладно, пусть займет место, и гонка начинается. Да какая разница с этой бюрократией? Эти люди похожи все на одно лицо, как бы вообще никто не отличается. Как бы конечности, цвет, и ладно. Гонка будет. Да. Джордан! Я надеюсь на тебя. Ты тоже надейся на меня. Мы еще можем выиграть гонки. Ты еще скажешь спасибо, Джордан. Поехали! Пока все идет нормально. Кажется, я начинаю понимать. Ну, такой, типа, в смысле ты бортуешься в самом начале? Я... Не пожелай меня клонировать. Реально. Распилился уже.
Вот идиоты, все испортили. Нормально, сейчас выиграют, смотри. Тихо, тихо. Почему Arrow 2 так неустойчиво? Оказывается, сиденье пилота соединено прямо с рулевой колонкой, сэр. Что? А, она же сама. Да. Предупреждение. Сохранность фюзеляжа 85%. Так, это Молли, давай аккуратненько. Ну, съели. Грибник сейчас как бы теперь это не мой восторге. Теперь мой ход. Минута уже две, они гонят. Я тут в углу посижу. Ну нет, они же вон просто догоняли тебя. Типа, о, надо в клёпки стрелять, и тогда все развалится. Молли, сделай что-нибудь! Ничего не получится! Цель потеряна. Где этот негодяй? Молли, твоя система управления слишком проста для Arrow 2, ты слышишь? Если бы вы разрешили мне тренироваться, мы бы не попали в такую переделку. Молли, запомни, ты не пилот команды Земля. Молли, ну, укрепи как следует момент... боковые реакторы, и корабль станет устойчивее. Хоть один дельный совет. Вот, укрепила, смотри, стал устойчивее. Есть! Нормально. Не болтается. Коди, ты гений! Я всего лишь механик. Выходи, жалкая тварь! Да он уже впереди, наверное. Он прямо больше над нами! Выглядит больно. Это еще не конец. Я мог бы раздавить вас, как насекомых, но это оскорбит всех насекомых галактики. Вчера вы украли у Груора его законную победу. Сегодня я положу конец этому унижению. В своем великодушии я жалую вам лишних 30 секунд перед апокалипсисом. Труда зазнайка. Вот он, вот наш шанс. Сейчас нужна мощность. Мощность, 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 мощность! Давай, детка! Ну еще немного! Что там происходит? Сэр, энергосистема на пределе. Сейчас какой-то этот, Need for Speed пойдет. На азоте, короче. А как это? Азот? Нет, другого. Окись азота довольно. Ну, азот, а? Вырубаешь. Мы почти у цели! Нет! Нет, мощность закончилась! Нет, лети, плыви! Он останавливается! Плазменные машины баки веслами. Пусты. Веслами машин. Есть по воде. А запасные батареи? Пусты, сэр. Все топливо уже израсходовано. Если они и придут к финишу, то только ползком. Толкай. О, нормально. Подталкивай. Молли! Джордан, покиньте Arrow 2. Немедленно. Это приказ. Ни за что! Не все потеряно! Молли, что ты делаешь? Надо выбираться отсюда! Джордан, целься прямо в пас! Так, полный вперед! Понял! Ваши лазеры бесполезны! Вам конец! Это странно, у него весь корабль из этого какого-то там поликарбоната, который полититана, который супер плотный, типа, и не пробивается. А клепки он поставил, типа, дешманские из алюминия, походу, какого-то. Не хватило. А бюджет тоже закончился.
О, Грува! Эй, кто в шоке? Мы живы? Мы живы! Мы живы! Отлично! Я считаю, это великая победа. Да. Было тяжело, но она не сдалась. Креативное мышление, так сказать, зарешало. Было бы прикольно, если бы, вот знаешь, это настолько, типа, мощный межгалактический чемпионат, что победитель, ну, пусть будет там одна, две, три команды, да, в конце, и только их планеты выживают, все, кто выбывает, и планеты их взрывают. Прикинь, жестко. Жестко. Типа, жизнь не про, и гонка... Хочешь жить, умей вертеться. Умей кататься, летать. Вы оба можете гордиться собой, потому что я за всю свою жизнь не видел таких безобразных гонок. Так у тебя лапка хромает, вон, нет, смотри. Извини, конечно, но выбора не было. Они хотя бы победу принесли. Вот именно. Молли, ты нарушила приказы и вывела из строя технику. Ты напрасно рисковала не только своей жизнью, но и жизнью своего товарища и жизнью своего командира. Но... Никаких «но». Джордан... Твое неповиновение просто нетерпимо. В отличие от своей напарницы, ты официальный член этой команды и опытный профессионал. Я все... Он идет, и я все думаю, когда он руку повредил? Он вроде даже за руль хотел же сесть. А потом вспомнил, он же кулаком об стул ударил. Да, да. Аж до перелома, походу. Простите. Простите, что огорчил вас, сэр. Но это безумие! Мы же выиграли гонки! Выиграли! Вы завоевали победу своим безрассудством, юная леди. Груор отлично вел гонку с начала до конца. Мы прибыли сюда как посланцы, а теперь мы стали посмешищем на таких серьезных соревнованиях. Да всем плевать. Главное, выиграла, ладно. Всем паковать вещи. Команда Земли снята с соревнований. Они победили, и он такой, не будем больше смеяться. Да. Что-то мы опозорились, конечно, как плохи. Но мы выиграли гонки! Выиграли! Я не нужна здесь! Молли, стой! О, боже, эти девчонки такие чувствительные. Батя, да? Батя вообще как камень, как кремень, вообще ничего не чувствует. Это все? И все? Это что, в следующей серии уже? Все в следующей серии. Мне не нравится, что... А если бы тебе предложили, смотри, вот у тебя есть два варианта, вернуться домой или остаться здесь жить, ты бы что выбрал? На планете? Да-да-да. В смысле, участвовать в гонках? Нет, просто остаться здесь, жить на этой планете. Ну, не знаю, если бы мне нравилась эта планета. Тебе нравится эта планета? Вообще не пока. Почему? Не знаю, нам показывают только трассу вот эту и пустыню какую-то, где они там чинят корабли. Не, ну, я не знаю, планета выглядит прикольно, такая зелененькая, тут все в траве, в природе, как будто она такая. Но, с другой стороны, понимаешь, что если они сейчас снимаются с состязаний, и возвращаются на планету Земля, то у них-то вот это право вето гоночное снимается, и война 20-летней давности, которая была там с какими-то инопланетянами, она продолжается, и они такие, типа... То есть не факт, что Земля справится с этой угрозой, а здесь ты как бы 100% выживешь. Ну да. Вот. Отлично. А есть что тебе сказать? Нет, мне нравится мультик очень. Вот сейчас прям хорошо. Почувствовала уже гонку? Да, интересно. Уже прям вот когда в динамике вся гонка показывается, да, поинтереснее? Да, да, и переживаешь реально, типа, доползет он там до финиша, не доползет. Да.
Мне круто, понравилось. Ладно, спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, и подписывайся на бустеры, они доступ эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.